Павлодарской области запущен пилотный проект «Социальный курьер Кумекше». Цель акции – обслуживание маломобильной группы людей и ветеранов Великой Отечественной войны. Экибастуис Асан Смагулов заказал необходимые товары на дом по телефону, а курьер одной из торговых точек бесплатно доставил продукцию. Такая схема позволяет совершать покупки, не подвергаясь риску заразиться любым вирусом. Автор идеи социального курьера Кумекше, менеджер фронт-офиса «Бизнес Иртес» Гульсара Капельдинова считает, что таким образом предприниматели помогают обществу. Нам, бизнесменам, нетрудно сделать такой простой шаг. Призываю предпринимателей и владельцев торговых точек стать участниками данного проекта. В акции «Социальный курьер Кумекше» пока участвуют 3 торговые точки. Директор одного из магазинов Асель Амарова рассказывает, что с радостью приняли решение участвовать в проекте и поддержать нуждающихся. Мы понимаем, что должны оказывать поддержку для пенсионеров, а также людям с ограниченными возможностями и с целью не заразиться и в преддверии предстоящей зимы. Именно для этого организована эта социальная программа. Не остался в стороне и один из супермаркетов города энергетиков и горняков. Здесь также есть курьер по бесплатной доставке товаров для маломобильной группы населения. Сейчас наступают морозы. Мы со своей стороны решили каким-то образом поспособствовать этим людям, чтобы им облегчить жизнь, сделать мир ярче и светлее. В дальнейшем организаторы планируют расширить перечень торговых точек, участвующих в проекте «Социальный курьер Кумекше». Мурат Булмажет, и это Сакпарат.